Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня рубрика «Пробуем то, что никогда не пробовали». Я отобрала в супермаркете все продукты, которые я никогда в жизни не пробовала. Например, такой молочный коктейль я пила от других марок, но только не от Danone, и он дороже всех остальных. И сейчас мы заценим, стоит оно того или нет. У нас, например, есть такие молочные коктейли по 22 рубля, а этот стоит 47, по-моему, то есть получается в 2 раза дороже, а стоит он того или нет, мы сейчас обсудим и посмотрим. Значит, мне очень понравилась вот такая вот штучка, это из шоколада, как назывался, Озон, Озон, а еще кислая пастила, это самая кислая из того, что есть, давайте с нее и начнем, мне кажется, это очень вкусно, потому что я люблю все кислое. В общем, такая кислая пастила. Она есть из яблока, из груши. А это даже не знаю из чего. Наверное, из кизиля, потому что она очень-очень кислая. Обалденно. Чай у меня здесь. Один глаз моргает. Настолько это кисло. Но вы знаете, мне не нравится, что он достаточно жесткий. Точно такие я покупала в других супермаркетах. Они тоже были кислые, но они были помягче. Обалденно, в меру кисло. Я люблю очень кислое. Если вы тоже, то пишите в комментариях. Для кого-то, возможно, это вообще даже несъедобно. Но не для меня. Мне кажется, прям вау. Дальше попробуем такого вот зайчика. Здесь внутри шоколад. Обалденно. Такой нежный шоколад, как будто Милка. Я не знаю, как у вас, но я офигеваю от цен Милка. Шоколадки у них в 3 раза дороже, чем других марок. В 3 раза, прикиньте. Печеньки Тук. До хрена видела рекламы, но ни разу не пробовала. Сейчас заценим. Это что-то между чипсами и печеньями. Я сама печенье вообще не люблю, но это не напоминает печенье. Очень вкусно. Обалденно, это лучшее печенье, которое я пробовала. Они прям тают во рту. Самый обычный тук с паприкой. Напоминает лейс с паприкой, но в формате чипсов. Вот эта вот маленькая штучка стоила 70 копеек. А это 30 рублей. Но мне прям хочется доесть. Все, теперь я буду покупать только тук. Такой же вариант печенья есть еще и турецкого производства. Я раньше всегда их покупала, потому что Турция, сами понимаете, братва. Поддерживаем. Но эти просто обалденные. Вот это я не поняла. Мы не знаем, что это. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Кто понял, то здесь ничего нету. Прикиньте, сэндвич, в котором ничего нету. Может, забыли положить. Или, возможно, что-то внутри. А, внутри. Внутри есть что-то. Они как-то очень странно воняют. Вы знаете, чем пахнет? Зубной пастой. Начинка пахнет зубной пастой. Возможно, срок истек. Фиг знает, мне не нравится. Я сначала подумала, что это какой-то сэндвич. Но походу нет. Вот это действительно офигенно. Дальше вышел вот такой вот Alpen Gold Max Fun. Но для начала хочу попробовать Actimel тонус. Он с чем? Заряд витаминов. Непонятно с чем. Пахнет так себе. Они что, угорают? Мне больше нравится самый обычный Actimel. Так, в принципе, выпить можно. Кислотный продукт. Манго, женьшень. Извиняюсь. Конец. Ну, найди. Меня зацепил тук. Следующий у нас Кракс с сыром. Стоит он супер дешево. Дешевле, чем сухарики. Дешевле, чем семечки. Прям пахнет сыром. И вкусно. И стоит бюджетно. В первую очередь обратите внимание на Кракс. прошлый раз эти деревянные чипсы пришлось мне выбросить. Прикиньте, я просто выбросила. Хотя я ненавижу выбрасывать продукты. Я считаю, что это очень большой грех. Потому что есть люди, которые не могут найти деньги, чтобы купить продукты. Поэтому выбрасывать продукты – это совершенно неправильно. Я с утра такую прическу делала. Жалко, что вам нифига не видно. Очень жаль. Надо было еще Milky Way взять. Я, наверное, лет где-то 10 точно Milky Way, Mars и еще что-то не ела. Это что-то вроде Bounty, но в формате Nesquik. Но Баунти мне нравится в разы больше. Здесь как будто кокосовая стружка, но сильно переспрессованная. Так себе. Не вау. Не вау однозначно. Вау это вот кислая пастила. Любимое лакомство. После чего-то сладкого. Очень вкусно. Конечно, у всех предпочтения свои. Возможно, для меня это невкусно, но для кого-то это просто вау, взрыв мозга. Попробуем Danone. Некоторые мне пишут, Айка, как можно молочные продукты кушать, не знаю, с огурцом? Как можно кислое и сладкое одновременно? Соленое, сладкое подряд? Это не сочетается. Для меня, если вкусно, значит сочетается. Один в один. Тот же, который я покупаю за 20 рублей. Не знаю, что насчет состава, но объем один и тот же. Вкус один в один. Запах тоже. Так что переплачивать и покупать Danone я, если честно, не вижу смысла. У нас есть Milky, Шоки, от Мила есть. В общем, дешевые бренды есть, которые производят то же самое и продают в разы дешевле. Присмотритесь. Вкусно, конечно, ничего против не имею, просто можно купить дешевле. У меня в детстве бабушка сама делала такую штуку из фруктов. Именно из кислых фруктов. Получался просто улет. Следующий Alpen Gold. Говорят, что он супер вкусный. Такой формат неплохой. Можно в школу с собой взять. Или на чай. Вы слышите это? Как будто что-то во рту взрывается. Но очень вкусно. Необычный вкус. Я одобряю. И последний, самый обычный сырочек. Простоквашино. Продукцию Простоквашино я особо так не люблю. Когда покупала, кстати, этот сырочек, там еще от Милка был такой бублик. Крепкий такой, прям ужас. Вы слышите это? У меня во рту такие звуки, такое ощущение, что что-то расщепляется. Очень странное ощущение. Как будто я съела какую-то бомбочку. Я не знаю, вам будет слышно или нет, но надеюсь, что да. Странное ощущение. Кстати, после этой шоколадки обязательно попробуйте. Вот такое я вообще не люблю. Когда внутри сырка еще и глазурь, это не мое. Однозначно. Очень странные звуки во рту. Надеюсь, что это безопасно. Теперь, ребята, подводим итоги. Что мне понравилось? Очень необычная шоколадка вот эта. Она взрывается у вас во рту. Такое ощущение, что у тебя внутри рта какие-то бомбочки, какие-то стекляшки, которые дают звук. Я на процессе монтажа еще посмотрю, будет ли вам слышен этот звук, который слышен мне, потому что обычно микрофон не все считывает. Вот эту шоколадку я однозначно советую вам попробовать. Просто по ощущениям чисто. А так мне очень понравился Тук. Он просто обалденный. На этом все. Если вам нравится эта рубрика, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и пишите свое мнение в комментариях. Хотите ли вы третью часть? Всех люблю, целую. Пока.